Большой брат следит за чебоксарцами. В столице республики продолжают развивать систему «Безопасный город». Увеличивается количество видеокамер в чебоксарских дворах. Какой эффект приносит эта программа, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Это двор по улице Университетской вооружен до зубов. Круглые сутки за ним наблюдают 18 видеокамер, на каждом въезде установлены шлагбаумы и автоматы. Жильцы дома говорят, что с такой системой безопасности они чувствуют себя, как за каменной стеной. Народ очень доволен насчет видеокамер, конечно. Это удобно, приятно. Себе, когда на работу уходишь, чувствуешь себя хорошо, потому что защищенность будет, получается. И очень хорошо, какие видно, какие машины заезжают, выезжают со двора. Сейчас видеокамеры наблюдают за дворами 170 многоэтажных домов. Только в Чебоксарах их установлено более 900. Как правило, в чебоксарских домах большой брат наблюдает за всеми подъездами, а также за каждым въездом и выездом во двор. Изображение попадает напрямую в центр управления МВД и хранится на серверах ровно 30 суток. Свою эффективность программа «Безопасный двор» уже показала. Там, где сейчас работают видеокамеры, количество правонарушений сокращается. С момента активной реализации программы «Безопасный город» и «Безопасный двор» уровень преступности по городу в целом снизился на 15%. Но кроме этого, только за 2014 год по отдельным видам преступления, это, например, как грабежи и разбои, снижение идет более 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Программа «Безопасный двор» будет развиваться и дальше, отмечают в администрации города. Есть большое желание жильцов, которые хотят эту программу продолжить, которые хотят установить у себя во дворах видеокамеры. Мы в следующем году будем с учетом заявок смотреть, и, конечно, программа будет развиваться. Софинансирование осуществляют жильцы в небольшом объеме, львиную долю на себя берет софинансирование муниципалитет. И то есть вот по такой схеме будет и в дальнейшем установлена видеокамера. Безопасными в городе становятся не только дворы. Этим летом видеокамерами оснастили и все чебоксарские школы. Контроль круглые сутки ведется в специальном центре МВД. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика.